Мы прибыли в зиму. Майская одета, а на улице минус 11 градусов. Поезд весь уже замерзший. Мы выезжали, он был мокрый, а приехали, он замерзший. Вон, все вагоны замерзшие. Берем наши чемоданы. Я вон тоже тепло оделся. Берем наши чемоданы. О! А Мали вон развлекается. Мали уже хорошо. Ладно, все. Пошли. Нас ждут. Да, нас ждут в доме, в квартире. Дошли до нашего дома, где мы будем жить. Здесь проведем 3 ночи. Вот такой скандинавский дом. Красивый. Мы все добежали. Правда, Мали было тяжело тащить. Она все время по снегу лазила и снежки играла. Нас снегом засыпала. Вот мы только что зашли. Сейчас быстренько возьмем, найдем Маськины перчатки и пойдем перекусить. А за окном снег. Это наши следы, это может там прошлись. Покажи. Вон они. Покажи. Следы, вон они наши следы. Праздник, пойдем гулять праздник. Только. Да, везде праздник, вон елочка какая-то, похожая на елку стоит что-то. Тепло. Очень даже тепло. Сейчас вот, ну вот мы вышли уже. Первый выход почти на Северном полюсе. А Мали в снежки играет. Вот такой город Раваниеми. По большому счету нам массажный магазин не нужен. У нас есть колбаса, у нас есть... Супер есть, он думает, супер открытый, что здесь есть. Эти все маленькие магазинчики закрывают. Он тут, кстати, проверил. Маля, смотри. Холод. Да. Сейчас найдем. А то он пьет. А то да, он будет холодный. Тебе. Не будешь. Я его украл. Из чего пуговички? Из камешка? Из камешка, из черного. Ну? Иди, я к вам не могу попросить. Не ломай. Привет. Привет всем. Пошли. Пошли дальше? Пойдем. У меня вроде уже есть руки. А это у него держит. Что? Палочку держит. О! Ты думаешь, только тебе можно? Что ты делаешь? Камеру повалил? Так ему бьешь, ну что? Маленький бей. Ка!
Пока! Да! Даже не поможет сказать, что у меня в руках камера. Да! Ну! Пошли! Вот так вот, я пострадала. Амалия пока не почистит весь город, она не успокоится. Вывезли Амалию к снегу. Мать, пошли уже. Трубу сломаешь. Нет, сумку бью. Нет, я ей показала плохой пример. Амаль, зачем тебе еще сосулька? Я тебе дала сосульку. Она все замерзла, мать, она не отломается. Там толстая уже. Она видит, все. Желтый снег не видит. Не кушай желтый снег. Да хватит. Думать. Все, пошли. Он там толстый. Сколько этого? Очень захотела покататься на коньках. Сейчас я здесь возьму коньки. Пока они будут одеваться, я пойду в снежный дом. Иглу. Хожу. О, я в снежном доме. Здесь есть. Вот, выход есть. Можно посидеть за столом. На оленьей шкуре. Классно. Холодно, но классно. Понтяпала. Пускай чё выйдет. Валит. Во. А Ира сидит на оленьих шкурах. Маля, давай её шкурить. Раз, два. Как елочку, так, как вы? Так вот. Зато сзади какая большая елка. Ну давай елочку. Вот елка, сзади елочка. Классно. Молодец. Во, молодец. А теперь туда. Запускаете, давай. О. Ну, ты просто олимпийская чемпионка. Ну, спортсменка. Устала? Там горка ледяная. Ну там посмотрим, туда еще сходим. Мы сейчас туда пойдем. Там горка. Да? Давай, у нас времени полно. Давай. Вау, чемпионка. Вау, молодец, Амалия. Это было хорошо. Вау. Сейчас это было классно просто. Умница. Ну, а без этой штуки попробуешь? Вау!
Молодец, молодец. Ты молодец. Ты в это. А лежать-то зачем? Оля, а чем ты растянулась? Они на коньках. Обязательно нужно выпить кофе, какао и почитать газету. То, зачем Маля занимается. Да, да. Это все. О! Наша законопослушная девочка ждет очередь. Держи. Давай. Ноги вверху. Иди еще раз. Иди да. Еще раз. Выходи. Сейчас научится. Раз, два, три, четыре. Сколько скажешь, что дальше будет? Вперед. Аси, аси, да я. Правильно. А теперь толкайся. Ноги кверху. А у нас снегопад. Правда, он мелкий очень. О, хорошо. Не, плохо все. Давай. Давай, толкай нога. Нет, она вытаскивает. Ноги кверху. Получилось. Ладно, в следующий раз получится лучше, давай. Сюда. Значит, тебе надо вот так вот. Вот так вот садиться. Вот так вот держать. Вот так держать. И ну, вот ложиться, и ну, кирпич. На уплах постепенно ледяной дождь. Ловит сишки, снег. Но она их собиралась, и нет. План ловить снег. Вот она этим и занимается. Ноги вверх! Есть! Сейчас лучше! Молодец! Ну, сейчас успеешь! Look down from the sky. Молодец, Маша. And stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in thy tender care, and take